Мечты сбываются. В России стартовала предновогодняя акция «Елка желаний», в рамках которой представители власти исполняют желания детей. 17 декабря двое детей из Ненецкого округа получили подарки от сенатора Российской Федерации Риммы Галушиной. По просьбе Деда Мороза сегодня привезла тебе подарок. То, что ты у него просил. Новогодний подарок Диме Киасову вручила сенатор Римма Галушина. В рамках акции «Елка желаний» в этом году молодой человек отправил свое письмо с новогодним обращением Деду Морозу. И просьба Димы попала на «Елку желаний» Федерального собрания. Дети могут написать свое желание, шарики с их желаниями вывешиваются на елку, и потом чудесным образом эти мечты детские сбываются. И, конечно, здорово, когда детские желания исполняются, особенно в такой сказочный праздник, как Новый год. Ну, вот сегодня Дима у нас тоже получил подарок от Деда Мороза, чему я бесконечно рада. Дед Мороз подарил Диме под Новый год компьютер. Мальчик на отлично учится во втором классе Оксинской школы. Помимо учебы, он также интересуется IT-технологиями. Он увлекается программированием. У него вот компьютеры, вот это вот какие-то там ролики, не ролики, каналы. У него даже вот свой канал он на Ютубе создал. То есть он разбирается в компьютере отлично. Наверное, я так не разбираюсь, как он разбирается там. Подарок весьма кстати. Он поможет начинающему программисту освоить сферу информационных технологий. Еще одно популярное среди ребят увлечение, которое заинтересовало и Диму – ведение собственного YouTube-канала, где он выкладывает свои авторские видео. На современном компьютере будет проще завоевывать интернет-пространство. Не остался без подарка еще один подопечный сенатора Ильдар Явтысый, воспитанник Центра содействия семейному устройству. А дети из детского дома все написали письма Деду Морозу. И вот сегодня я хочу передать мальчику из детского дома подарок, который он попросил у Деда Мороза. И Дед Мороз ему передал этот подарок. Так что мечты под Новый год сбываются. Нужно только в них верить. Василий Хатанзейский, Леонид Шишилов, телеканал «Север».